звук усилить мощность. Вот на это подается питание 6 вольт через 1 кОм резистора. Сопротивление в матке 68 Ом. Вот 1 кОм. И подается не 6, а 8 вольт. Вот вторые эти обмотки нигде не подключены. Вот одна обмотка нигде не подключена. И вот вторая обмотка. Один конец идет вот тут вот на диодный мост. Второй вот нигде не подключен. Это может не идти просто. Я тут раньше другим занимался, поэтому тут лишь подключено. Вот один конец питания идет на одну первичную обмотку. Вот второй через 1 кОм резистор на вторую. На второй конец идет. Теперь вот и там вот магнит есть. Так вот. Не совсем влез. Нет таких магнитов, чтобы тут его плотно все залезло. Вот. Теперь как залипает, когда вот этот магнит есть. Вот залипает. Как показать, что он так не слабо прилипает. Дальше снимаю, не знаю, как тут прикрепить камеру, чтобы двумя руками показать. Никак держаться не хочет. Ладно, за одной рукой. Я за одной. Ну, в общем, вот так вот прилипает. Теперь отключаю питание. Теперь как будет прилипать? Он теперь вообще не прилипает. Еле-еле, очень слабо прилипает. Вот питание включил. И сильнее. Теперь магнит уберу. Опять не прилипает без питания. Включу питание. Не прилипает, но слабее. Вот я взял такую штуку. Вот магнит. Тут вот один полюс, тут второй. Поток магнитный замыкается на этом сердечнике. Вот я приставляю другой, и он не липнет.
Вот собрала я такой магнитный усилитель, тут где-то 1800 витков 0,15 миллиметром проводом. И подаю сопротивление обмотки этой 261 Ом. И подаю питание 8 вольт. Я высчитал, что мощность получается на этой обмотке выделяется 0,2 ватта. Вот я вот так я пробую. Вот это, эту штуку и тут ставить, и тут ставить. Один магнит одним полюсом, второй другим. Но я какой-то существенной мощности от прибавки потока этого я не увидел. Видимо, магниты слишком маленькие, слишком слабенькие. Я пробовал с этими, они тоже, видимо, слишком маленькие. Так, ставим. Там... Вот, когда питания нету, тогда вот поставлю, например, на эту сторону. Она вот не липнет. Хоть на этой, хоть на этой стороне. Еще ржавый сердечник тут некачественный там. Вот не липнет. Потому что магнитный поток закольцовывается вот тут, и тут все равно какие-то зазоры есть там. Не видит смысла туда идти. Вот я, например, подключу питание. Вот он прилепился. И обратно полярность заменяю, тоже прилепится. Вот рассоединил. Теперь без этого вот какой-то большой разницы нет. Теперь поставлю эти магниты. Немножечко может посложнее. Все равно там еле заметно. Вот оберну другой стороной. Каких-то явных изменений я не вижу.
Вот еще покажу полярность магнитов. Вот этот магнит притягивается, этот отталкивается.